Еще в пятницу в Казани прогремела первая апрельская гроза и было около плюс 10 градусов. Вчера, в субботу, температура воздуха превысила отметку в плюс 7 градусов. И по данным метеостанции города, снежного покрова не наблюдалось. А в ночь на воскресенье Татарстан оказался на пути холодного атмосферного фронта, связанного с циклоном Квелла, который стал причиной дождей, переходящих в мокрый снег, а затем и в снег. Утро воскресенья, 17 апреля 2022 года, жители Казани встретили со снегом, высота которого, по данным городской метеостанции, составила 6 сантиметров, а на территории республики достигала 9 сантиметров. При этом температура воздуха опустилась до минус 1 градуса. На дорогах образовалась снежная каша, местами сформировалась гололедица. Стало очень скользко, что спровоцировало резкое увеличение числа дорожно-транспортных происшествий. К полудню температурный фон подрос до плюс 2, плюс 4 градусов. Снег начал активно таять, прошли дожди. В течение предстоящей ночи в Казани пройдут дожди, температура составит плюс 1, плюс 3 градуса. Днем в понедельник осадки прекратятся, а температура повысится до плюс 5, плюс 7 градусов. Снег полностью растает. Друзья, в общем, вот зацепили летнюю резину, едем на шиномонтаж, хотим переобуться, переходить на лето. Как думаете, рано еще, нет?